Еще! Я же стару. Три леги, три. Да, смотрите обязательно ролик до конца. Блин, я выбил три легендарных карты. Привет, дорогие друзья. Ну что ж, ждали новую серию по моему твинку? Получайте. Я, как и обещал, я задонатил целых 112 тысяч гемов. Это просто мега круто. Я, ребята, подсчитал. Мне это должно приблизительно хватить на фул прокачку одной колоды. Короче, ребята, обязательно поддержите выпуск лайком. Если вы на канале впервые, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. Все мои подписчики, которые смотрят часто мой канал, обязательно нажимают на колокольчик, потому что YouTube очень часто не показывает мои новые видео, не приходят уведомления, не показываются в ленте. Поэтому, если вам интересно наблюдать за этим аккаунтом, обязательно подпишитесь и на колокольчик нажмите. Также, ребят, если вы тоже хотите покупать недорого гемы, можете зайти на сайт Clash Kings, я ссылку оставлю в описании. Заводите баланс на сайт, покупаете гемы, с вами связывается администратор и инструктирует вас по дальнейшим вопросам. Можете не переживать, ваш аккаунт никто не украдет, я лично ручаюсь за то, что здесь гемы зачислят вам на баланс. Также здесь есть еще раздел сундуков, вы можете пооткрывать сундуки, удвоить, утроить свой баланс. Также здесь игры 1 на 1 и есть лотерейки. Вот здесь, смотрите, можете купить какое-то место, можете сразу несколько, чтобы был шанс больше. 15 рублей одна ячейка стоит, и можно выиграть вот так вот 500 гемов. В общем, ссылочку оставлю в описании, заходите и пользуйтесь сервисом. А, и забыл сказать, при пополнении 100 рублей вам еще дают 50 рублей халявных. Ну что, ребятки, это будет реально весело. Значит, 112 тысяч гемов. Давайте теперь расскажу, что я буду с ними делать. Естественно, я вот прямо сейчас не возьму и не солью их. Нет, эти гемы нужно распределить с умом. То есть... вот эти гемы мне должно хватить, ну, хотя бы как минимум две эпических карты прокачать на фул. Значит, что надо? Надо вот в этом сундуке фортуны, ежедневная удача, чтобы было как минимум 2-3 карты, которые есть в моей колоде, тогда я делаю открытие. Вот сейчас уже есть принц и дракончик, но... тут доступно только 6 эпических карт. Короче, мне нужно поднять немножко арену, чтобы вот хотя бы немножко выбить вот этих карт. Значит, смотрите, мы сейчас поднимемся до 7 арены. Я посмотрю, поменялось ли количество эпиков. Ну и потом откроем сундуки. Также хочу, ребят, к вам обратиться. Если вам нравится, что я доначу, открываю сундуки, просто теперь на моем канале появится чуть больше рекламы, чем обычно. Просто я еще и на холдика закинул гемы, буду делать открытия. Я провожу батлы разные. Поэтому, ребят, если будет реклама чуть больше, чем обычно, не обессудьте. Гемы, блин, как бы тоже не бесплатные, и финансы нужно где-то брать. Поэтому надеюсь, вы к рекламе отнесетесь, ну, не отрицательно, а наоборот поддержите, потому что, ну, вы сами видите, я доначу большие суммы и на стримах, и на видео. Поэтому как-то так. Вот и все. Поехали в бой. Итак, последняя игра, и мы на 7-й арене. Сегодня на стриме я продолжу апать этот аккаунт. Цель моя... Да, ну, наверное, 8-я, либо арена джунглей, которая 2600. Наверное, так. Вот. Хотя, может быть, и 3000 возьмем. Я не знаю, ребят, приходите на стрим. Приходите на стрим, все узнаете там. Не хотите пропускать стрим, нажимайте на колокольчик, придет уведомление. Так. Блин. Что же делать? ДФМ. Так, и выбрасываем армию скелетов, и мы прокрутились до второго сборщика эликсира. Сейчас мы его поставим. Еще, смотрите, контратака идет. Так, отлично. О, poison, отлично. Ставим сборщик элика, забираем его башню. Так, а прикольно пятым уровнем выигрывать там седьмое. Хотя, это еще не высокие левела. Вот против десятых, девятых будет, ух, как плотно. Но ничего, в этом и фишка, что я буду слабым, у меня будут слабые башни, но у меня будет сильная колода. То есть за счет этого я буду стараться тащить.
А, так, и колоду я выбрал, кстати, не слабую. То есть моя колода, ой, какой, как приносит много проблем. То есть даже топы, ну вы же видели, да, как я гранды проходил, даже топы не могут справиться с этой декой, пекой, неважно чем. То на этих кубках, я не знаю, это разве что Коргигу я буду с элитками, ну реально так, подсасывать, потому что Коргига выпусти, да, его пока задефаешь, он, блин, тебе полбашни снесет. Элитных варваров тоже не всегда можно словить и тоже потерять вышку. То есть тут зависит все, конечно, от того, как, ну, от того, какой цикл будет, как карта ляжет. В общем, как-то так. Так, ну, Poison много нам не наносит урона, потому что он слабенький, поэтому вообще без смысла, что он его выбросил. На принца, на голема это никак не влияет. Вот, взорвался голем, давайте здесь сделаем торнадо. Так. Неужели задефается? Валькирия, блин, там дефает. Так, быстрее. Все, трешка. Ну что, друзья, седьмая арена. Сейчас мы прокачаем... прокачаем... Ох, класс. Класс, класс, класс. Так, что у нас тут за спецпредложение? Опа, супер мэджик чест. Ебой. 10 баксов. Ну что... Что, меня интересовало... Опа, мы теперь можем у Легу выбить себе. О, 7 карт. О, не зря я взял 7-ю арену, не зря. Теперь 7 карт мне будет падать. Ой, друзья, ой, самое интересное, это конец ролика. Так, я что-то хотел, забыл, что... ну сначала задонатить, естественно. Потом, я вот не знаю насчет... Вот легендарный сундук короля. Я хочу его открыть. Но не знаю, надо ли мне это. Я думаю, что не надо. Я думаю, что это мне не надо. Хотя один сундук мне бы не помешал. Короче, ставьте лайк, если хотите, чтобы я открыл этот сундук. Но это в следующем видео, естественно, будет. Вот. Короче, давайте. Ставьте лайки. 5-10 тысяч лайков где-то наберем, я открою его. Просто, но это будет не по плану, мои 2500 гемов. Я придется их слить. Так, ну что? Донатим на супер магический сундук. Покупка осуществлена. Я надеюсь, что будет лего, потому что с первого супер магического лего мне не выпало, ну, который был на пятой арене. Так. 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 По-моему, мало редких карт было. И... Да что такое? Почему? Почему они мне не дают лего? Какого? Да вы чё? Вы прикалываете? Боже, 15 молний. Честно? Говнище. Вот честно, откровенно. Говнище, а не сундук. Потому что вообще карт... Ну, там только стража вроде подойдет для меня. Все остальное мне не надо. Стражи вместо армии скелетов. Хотя, ну, хз, тут спорный вопрос. Спорный на самом деле. Просто понимаете... супер магического можно вытащить целых 2 леги. И об этом выйдет, наверное, сегодня видео. Я вам расскажу, покажу, что супер магического можно выбить не только одну легу, а 2. То есть, походу, шанс увеличили. А мне ни одной не выпало с 2 сундуков. Что за бред? Тут очень высокий шанс леги. Мне на 5-й арене не выпал, и на 7-й арене не выпал. Фу на вас, Суперселл. Ну нах так поступать. Ладно. Самое интересное, сейчас мы подфармим немножко принцев. Поехали. И, 4 карты. Так. Огненные духи. Может быть лего? Башня-бомбежка. Компенсация. Компенсация. Мне дали компенсации. Супер магического не выпало. Холдик. Получай с сундука фортуны. Спасибо вам, Суперселл. Спасибо. Лего. Первая лего на моем аккаунте. Блин, первая лего. Первая лего на моем аккаунте. И какая же? Пожалуйста. Ладно, ну спарки еще можно использовать. Вместо ведьмы будем спарки использовать. Ну что, давайте еще. Еще откроем. Еще откроем. Ой, не зависай только, пожалуйста. Ребят, блин, ну честно, это класс. Это приятное ощущение, когда ты выбиваешь первую легендарочку. Так, еще давай. Поехали. 3 мушкетера выбили. Коргик. Опа, сборщик. Текс, принц, опача. Так, ну давайте еще несколько сундуков. Так,
Башня бомбер. Фу-фу-фу-фу. Какая заморозка, блин. Ой. Элитные варвары. Принц, отлично. Так, а ну давайте проверим, что мы на какой уровень можем прокачать. Давайте прокачиваем дракошку и прокачиваем принца. Слушайте, ну давайте сделаем 5-й уровень этих карт. О, блин, я уже 6-й. Блин, так быстро прокачиваешься. Так, давайте еще чуть-чуть сделаем уже на 5-й уровень эти карты, чтобы можно было легко... Да ну... Как можно такое... Сундука фортуны такое дерьмо падать? Да какой... Капец, уже сколько гемов потратили. Так. Сундук фортуны, соберись. Я, конечно, благодарен тебе за Лего, но соберись. Отлично. Еще 3 принца. Еще 3 принца. Пожалуйста, не мороси. Дай еще принца и дракончика. Все. Оба. Мега миньона выбили, а он не нужен. И темного принца. Еее. Кстати. А, ну да, это ж... Кстати. Да, сундук с молнией можно было пооткрывать, чтобы выбить... Ну ладно. Так. Еще одна лего! Вторая лего! Вторая лего на моем аккаунте! Вторая, пацаны, вторая! Ой, боже мой. А, кайф. Просто две леги на... Да, все, не буду делать скриншоты, я понимаю, что... Оп, не зависай, пожалуйста. Аир-сервер, ну зачем... А серверу всегда надо вот все сделать по-своему. Вот я не понимаю, почему он зависает. Так, приготовились. Оу, пожалуйста, громовержец, либо ледяный колдун. Принцесска пойдет, принцесска пойдет. Боже, я радуюсь, как, не знаю, не могу сдержать радости. Поехали, я же должен до 5-х эпиков дофармить. Так, башня-бомбежка. Да, фак... Зеркало. Дракончик, все, 5-й уровень. Ну давайте еще сундучка 2 откроем. Блин, это классно, это интересно, но блин, мне нужен голем. Так. Ну ладно, дракончик пойдет. Еще, блин, дайте принца одного. Дайте одного принца и все. Одного принца и все. Плиз. Да ты достал сундук. Блин, ребят, 11 тысяч гемов мы уже слили, жесть. Да хватит. Да хватит дракона давать, ну серьезно. Сейчас будет еще до лего, смотрите. Еще. Я ж устарал. Три леги. Принцесса на 2-й уровень. Бля, я же ее не буду прокачивать. Я же принцессу не буду прокачивать. Ладно. Фух, друзья. Давайте теперь попробуем помудрить с колодой. Блин, сколько всего выпало. Так. Темный принц, сюда иди. Я вот не знаю, не, ну Спарки, либо принцесса. Да не, ну зачем Спарки мне, друзья? Принцессу вместо ведьмы и все. И... Так, прокачиваем принца. Прокачиваем темного принца. Сразу на 3-й уровень. Кайф. Так, прокачиваем дракошку на 5-й левел. Боже, я уже 7-й уровень. За что? Я не хочу так быстро прокачиваться. Вот это жесть, пацаны. Ну что, все идет по плану, все как я и планировал, у меня уже скоро 6-е эпики будут, аккаунту 2 дня. Ну, если грамотно тратить гемы, так может каждый. Ну, конечно, блин, вливать такие суммы. Ну, ребят, все ради контента, все ради вас. 20 минут ролик, ну, поверьте, он того заслуживает. Короче, друзья, смотрите обязательно ролик до конца. Блин, я выбил 3 легендарных карты. Фух. Не знаю, в общем, блин, это реально круто. На этом завершаю выпуск. Честно, вот эти уже сундуки не так и сильно хочется открывать. То есть вообще, ну... Не знаю, я бы еще пофармил немножко. Но хватит, остановимся, потому что...
Надо еще прокачать голема, надо еще... Сборщик пока не буду прокачивать, и не буду прокачивать пока... Нет, торнадо можно прокачать. 25 опыта, тут погоды не сыграют. Сборщик 50 опыта, ну, не знаю. Не знаю, пока что оставим так. Все, ребят, приходите на стрим, будем апать. Теперь 3000 кубков железно мои. И... В общем, приходите, еще будет много контента, много открытий. Ставьте лайки, если вам эта рубрика нравится. Подписывайтесь на канал и ждите мои новые выпуски. Всем желаю удачи, хорошего настроения, до новых встреч и пока, ребята.